В Казани прошел пленэр, посвященный тысячестолетию принятия ислама в Волжской Булгарии. Пленэр – это написание картин художниками на природе при естественном освещении. Организаторами пленэра являлось Духовное собрание мусульман России. Содействие в организации мероприятия оказывал Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Цель данного мероприятия – это создание высокохудожественных произведений, связанных с принятием исламской религии. Именно поэтому более 50 художников со всей России будут изображать интересные места республики. К нам на пленэр приехали художники со всей страны. Это, безусловно, Москва, Петербург, это Киров, ну и, безусловно, художники нашей республики. В ходе пленэра художники создавали картины, отображающие красоту древних городов, природы, а также сохранившиеся и восстановленные архитектурные и исторические объекты. В данный момент рисую татарскую слободу, старинные вот эти татарские, то, что меня интересует, татарские дома, которых в Петербурге не увидишь, естественно, да? Вот, и прекрасная солнечная погода. Проект способствовал привлечению внимания к культурному, духовному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Рассказ художественным языком живописи о событиях, происходивших в 922 году, позволит привлечь внимание к истории ислама и повысит интерес к истории нашей страны. Амир Ахтямов, Универньюз.